Номер 281. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. События дня. 1 Петра 4.7. Впрочем, близок всему конец. За 18 сентября 2016 года. Ну и далее вступление. Я не читаю, просто прокручиваю. Мне нужно затормозить. 25 только роликов. Это малая часть того, что об этом человеке сегодня сказано. Вот, прочитайте. Выжженную землю оставил после себя. Огромная ошибка для Русской Православной Церкви. И я докажу очень легко, что это именно так. Мне это открыто было сразу, когда я его увидел. Первое его где-то выступление было о воспаленном сознании. Травить людей на зло, никакого таланта не надо. Они готовы к этому. Они никто. И в храм не ходят. Но он не сектант. Почему? А он батюшке деньги несет. Он свечки покупает. Сектант выступает масленников, говорит по делу. Но не нравится Дворкину сектант. Вот нападает там на других. Я знаю, тут у меня материал на нашем форуме есть. Я сравниваю его и Кочеткова труды. То еще сравнивать. У того община, у этого ничего нету. У него вообще ничего нету. Ни одной души нигде никто не видел. Еще не восстановил. Руки чистенькие. Видите, как приходится момент, когда начинают люди прозревать, что это за человек и как он мог так оболванить всех буквально. Богопротивные речи главного сектоведа. Это лжепрофессор. Наркоман. Я составил ролик на той неделе, покажется. Что значит психиатрия, исследование, и как это идет. Я очень знаком с этим. Я был на этой экспертизе, когда меня судили. Там проверяют людей-то. Видишь как, о нашей общественности, которая потихоньку оживает от беспредела. Вот этот беспредел, который он устроил. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович, с воскресным днем. Сегодня видел вас во сне, будто я с вами собирался в миссионерскую поездку, рюкзак утрамбовывали. У нас здесь скоро намечается цикл миссионерских поездок с хорошим, добрым настроем. С концертом, лекцией. Миссионерская или благовестническая? Вот это еще вопрос-то. В село Баптистов. Увы, в первую поездку не смогу из-за работы. В будущее чаю полагаюсь на Бога, дабы он управил. Об Игоре Барабаше и комбайне я неоднократно слышал от вас. Интересно, что сегодня в храме об этом рассуждал. Что помимо десятины следует обязательно уделять нуждающемуся. Но размышляю далее, вроде на настоящий момент именно нуждающегося никого не знаю. И тут весточка от вас. Это мой христианский долг, зарплаты перечислю с радостью брату Игорю. Помоги ему Господь. Ну, события воскресного дня, когда мы свободно от всего не работали, выразятся в роликах, когда мы вышли из храма. И я стал говорить о том, как бродит скотина, топчет зерно, портит его, и оно выйдет через неделю, потому что я сам не ставлю. Днем разные встречи были, близкие. Человек, который маленько опомнился, тут Павел приезжал, но покаяния нет. Покаяния нет, значит, опять запьет и опять будет валяться. Покаяние.
а возненавидеть грех, а этого нету. Он его заглаживает, виноват тот, виноват этот. Пока человек живет в грехе, он видит других. Выбираясь из греха, он видит сам себя. И поэтому события заключались именно в этом, призвать к покаянию. Ну что, с Никитой простыл, пас, потерялась корова, она гулялась, быки ее загнали куда-то. И он бегал и сильно вспотел, то ли напился, то ли что, не знаю, что-то болеет. Я говорю, ты адреса-то оставь, кому сообщать, если умрешь-то, где кто живет, твои родные. Да я говорил, ну еще раз напиши. Вот. Приезжала тут одна женщина, Елена, с ребятишками. И вот тут там насчет оплаты, дороги пришлось сегодня уже добивать, прояснять, говорить. Учить экономить. Не так, что мне дали деньги, и я их могу мотать. Мне же дали. Ну, дали-то тебе во имя Господа. Тут не надо уже говорить. У меня часто бывают такие люди рядом. Так мне дали. Сестра прислала с севера, зарабатывает. Ну и что? Ну и поэтому звонит там это веселое, дает это ни копейки. Вот у меня был такой путь, что я принимал правила на все. А если мне дали где-то, а мне давали, то я должен вернуть эти деньги в этот же день кому-то и добавить свои сколько смогу. А сколько, сколько есть. И поэтому я как огня боялся, когда дают. Однажды в жизни принял вот это решение и из него уже не выходил. Трудно мне, не трудно. Помогали, я все это записываю себе. Я должник перед Богом, мне дал Господь. Поэтому я боялся этих денег. И поэтому редко-редко, когда кто-то где-то подсунет в карман, нечаянно где проповедуешь, говоришь, в толпе не увидишь где-то. Так никогда стараюсь не брать. А если дали? Если дали, дать отчет человеку. Куда эти деньги пошли? Они пошли по назначению. Вот помогли. Я занимался прудами, бульдозером заплатить. Все это показываем, ролик снимаем. Дороги. Где это? На строительство. Кому-то я помог тут новопоселенцам. Себе ни рубля, ни копейки. В Америке был, они мне не могли скормить мороженого ни одного. Обижал я их этим. Не могли мои рваные носки заменить. Ну, я огорчал их этим, но изменить самому себе уже не мог. Дорогой ехали, братья покупали рыбу, ели. Я не ел. Это не мое. И мне деньги нужны для того, чтобы вернуться домой. Хватило. А они знают, я финансирую их и не заботятся. Вот ребята покупают иногда наши сливки, Володя или Никита. Уже в рот я не возьму у них. Правило мое такое. Суди меня, не суди, и никто не упрекнет. А если вот работает, ему за работу дают добавку. Я договорился. Договорился-то за деньги, 500 рублей за день. А полторашка, полторы литры молока хозяин, за кого он пас день. Это уже добавок. Я его выколотил, как говорится, из них. Тогда из этого молока варят лапшу, там что, тогда я поем. А если платили деньги, первым делом спрошу, платили, не платили. Арбуз принесли. Серафима Гавриловна помогла. Имя какое? Серафима и Гавриловна. Вот представьте, какие имена были, даже попутно сказать. Она дала арбуз. Не покупали? Нет, конечно. Она дала и сказала, у меня много, я вам даю. Ну, сколько там много? Вот тогда можно поесть. А если купленное, не буду. Даже не угощай. А если на наши деньги я вложил, и каждый день за обедом, за завтраком подается по одному прянику, тут буду, потому что я вложил туда деньги. Для вкуса. То есть вот это мои принципы жизни. Вот что события дня. События дня как раз показали. Я ни на что, нигде, никак не трачу ни рубля. Бывает, кто-то нуждается в деньгах, и породистый котенок, он покупает его, верующий, не понимая этого. Породистая собака, он покупает, никогда не плачу. За собаку один раз только заплатил, один, потому что я занимался в уголовном розыске, мне необходимо было. Так, ни за кошку, ни за голубей, ни за кормежку никогда не платил. А наоборот, собак подсаживали еще в ювелирный магазин, там, где ценности. И она охраняла. И за это мне платили. Корм давали и платили деньги. То есть на всем везде
старался труд вложить и тогда получить, но не тратить. Вот у меня кошки здесь, я не трачу на них. Варят что-то где-то от кого-то, от человека осталось, не доели. Ну, то есть уметь жить экономно. Кто ни во что ставит малое, мало помалу обеднеет. Некоторые не знают, что такое в Библии написано. А я сейчас покажу это. Я не знаю, обеднеет где. Вот она не печатается. Мало обеднеет. Нету. Не нашел. Где же это такое есть? Вот она, нашел. Сирахов 19.1. Работник, склонный к пьянству, не обогатится. И ни во что ставящий малое, ни во что, ну подумаешь, деньги за такси заплатить, телефон разговаривать, мало-помалу придет в упадок. В упадок, я слово обеднее зарядил. Мало-помалу придет в упадок. Сирахов 19.1. Ну вот. Тут 20 глава идет. Вино и женщины развратят разумных, а связывающиеся с блудницами сделаются еще наглее. Гнили черви наследуют его, и дерзкая душа истребится. Кто скоро доверяет, тот легкомыслен. И согрешающий грешит против души своей. Скоро доверяет. Сирахов 19. Вот дал деньги, теперь нету и строительство, все затормозилось, а верить не надо было. Вот за события дня. Гляжу, тратят деньги на что попало. Даже стрелять из лука платят деньги. Лук купят, то другое. Я сам его загнул, сколько надо луков сделал, стрелы сделал. Ребятишки играют, стреляют, так же деньги сыпят. Мне это непонятно и противно. Потому что я должен сэкономить и помочь кому-то этими деньгами. Для Господа, если возможно, с нашей стороны. Ну, на этом все. Богу нашему слава во веки веков. Да, еще и свои ресурсы показать. Вот. Главное это не это только, но это очень хороший. Мой мир. Дальше наш форум во свете Библии, православный форум. И канал. Вот этот канал. Сейчас только поставил, обновлю, сейчас посмотрю. Что у нас тут? Пшеницы голубям, дар старосты. События дня. И находка нечаянная. 1 час назад 51 просмотр. Ну, конечно, слабенькие. Просмотров 3 миллиона 847 тысяч, 4 897 подписчиков. Все-таки народ заходит, люди. И ценнейшее у нас это во свете Библии. Все ресурсы так называются. Это сайт, где все мои книги и ответ на 4124 вопроса по 55 темам. Вот так. Это модератор, администрация тут работает. Я и не касаюсь совершенно. Богу нашему слава во веки веков.